советские скульптуры, смотрите, сколько интересные. Похоже на бронзовые. Вот. А внутри, смотрите, как здание вокзала. Зеленый такой, аккуратненький. И вот витраж смальта. Ну, тоже интересно, конечно же, да? Так, здесь воронежские сувениры. Кот здесь приобрел себе магнитик воронежский на память города Воронежа. Здесь разные сувениры, не только магнитики, тарелочки, и ручки, и игрушки разные. Здесь, кстати, есть автомат кофе. Кофе неплохой. Здесь зал ожидания, там несколько рядов. Маленькие залы ожидания, два в этом вокзале. Вот такая лепнина и люстры. Здравствуйте, друзья, с вами Чеширский кот. Уезжаю из Воронежа на белорусском поезде. Первый раз еду в таком поезде, сейчас вот я вам его покажу. Вот, смотрите, это голубой вагон с белой полосой посередине. Поезд такой, знаете, комфортный, широкий, проходы широкие. И между нижним ярусом и верхним большое расстояние, и там дальше тоже. Ну, то есть он намного удобнее, такой чистенький, аккуратный. За все время, вот пока мы едем, да, уже два раза помыли пол, все чисто. Биотуалет работает, кондиционер, светильники и розетки около каждого места. Отличный вагон, удобный. Здесь закрывается окно, вот смотрите, вот тут какой-то конденсат на стекле. В вагоне жарко, а за окном прохладно стало. На вокзале тепло, между прочим. Вот такое вот окошечко. Так, ну немножечко просто я вам покажу. Вставать не буду со своего места. Вот видите, розетки у каждого места внизу, и там наверху тоже, кто спит наверху. Уже очень поздно, темно. Сейчас выключат уже свет. Но у нас есть сбоку светильнички. Мы можем как бы это включать их. Вот, у меня, знаете, какой вагон? Отправка 389С, а прибываем 390Б. Вот так вот у меня получается. То есть у меня уже второй раз вагон составной. Начинается так. Первый вагон, второй, третий, четвертый, пятый и мой 26-й. Только на моем написано «Гомель, Анапа». А на остальных Минск, Анапа, вот представляете. А это вот такая печать. Написано «Гомельский вагонный участок, 18-й год». На матрасе печать. Не знаю, видно вам, нет, но вот я вам рассказываю. Вот так у меня. Матрасики все чистые, аккуратные. То есть, ну, видно, что им они не замызганные, они вот прям такие новенькие. Пахнет новеньким. Хороший вагон, хороший поезд. Подходят постоянно, спрашивают, нужно ли нам чай. Чай бесплатно. Вот такой вот поезд. Все, ребят. Вот. Видите, это мой. Сигарета мелькает во тьме, ветер пепел в лицо швырнул мне, и обугленный фильтр на пальцах мне оставил ожог. Скрипнув сталью, открылась дверь. Ты идешь, ты моя теперь. Я приятную дрожь ощущаю с головы до ног. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. Высоко стоит дым сигарет, ты уйдешь, как настанет рассвет. И следы на постели, на обуви про счастливую ночь. Эротичный лунный свет.
прилетит сказать тебе нет. И опустится плавно на пол все твое белье. Шум деревьев и ветер ночной стон заглушат твой и мой. И биение сердца пылающего адским огнем. Эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. Ах, она закутает дым сигарет. Ты уйдешь, как настанет рассвет. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. Про счастливую ночь.